Внук Сайнашапа страдает синдромом ДЦП. Сайнашапа ухаживает за внуком с 4-месячного возраста, и она делает все для того, чтобы внук получал все необходимое и смог в будущем встать на ноги. Она обратилась в общественный фонд «Вместе к здоровью», и, убедившись, что внук идет на поправку, она решила продолжить лечение здесь. Джалымбеку уже 8 лет. Он уже может самостоятельно передвигаться, старается общаться и пытается обучаться. Когда внуку исполнилось 7 лет, я хотела устроить его в школу. Меня направили сюда. Центр функционирует на очень высоком уровне. Лечение очень хорошее. Ребенок стал самостоятельным. Раньше я его таскала на спине, а сейчас он может ходить со мной за руку. Это очень хороший результат. Раньше я всегда была рядом с ним, а сейчас я привожу его утром и забираю вечером. Общественный фонд «Вместе к здоровью» ведет деятельность с 2011 года. Одной из целей этого общества является помощь детям с ОВЗ, а также их родителям. Таким образом, каждый год дети направляются на лечение в Германию, а родители получают помощь в получении бесплатного медицинского образования. Сотрудники фонда подарили детям настоящий праздник, потому что сегодня в выделенном со стороны государства здании открылся реабилитационный центр. Мы занимаемся только реабилитацией даже не столько, наверное, детей, сколько родителей. В первую очередь, если мама поверит, что ребенка может поднять, действительно, мама творит чудеса. Когда мы начали работать, многие мамы приходили к нам поникшие. Сейчас они понимают, что, оказывается, действительно можно реабилитировать. Конечно, это все от степени тяжести заболевания, да, но действительно можно детей реабилитировать. Мы на сегодняшний день пришли к выводу, что даже врачи, конечно, это замечательно, врачи нам помогают, но врачи – это 20% лечения, 80% зависит от самого родителя. В новом реабилитационном центре будет уклон на спортивные занятия. Каждому ребенку будет индивидуальный подход. Предусмотрен лечебный массаж. Недавно состоялись спортивные соревнования на Иссык-Куле, в котором дети из центра на соревнованиях по армрестлингу смогли выиграть золотые и бронзовые медали. У детей есть планы на участие в марафонах, которые часто проводятся у нас в столице. Я уже замечаю результат у детей. Здесь идет у нас, мы занимаемся с детьми зарядкой по утрам. И идет индивидуальная зарядка на каждого ребенка. Каждый ребенок, с ним занимаемся. Кому-то нужно нарастить мышечную массу, а с кем-то нужно заниматься вот именно с прибавкой сил. Кому-то больше нагрузки на ноги, кому-то на руки. Некоторым детям и на руки, и на ноги. На данный момент в реабилитационном центре зарегистрировано 90 детей. Направленные из регионов дети лечатся здесь на протяжении месяца. Вместе с детьми едут и родители, которые здесь могут обучиться. Те, кто проживает недалеко, могут находиться в центре с 9 утра до 6 вечера. Предусмотрено трехразовое питание, а также все лечебные процедуры для детей. Актилек Джанчиев, Эсен Усенов, СТВ. Детей, направленные из регионов дети, лечатся здесь на протяжении месяца. Вместе с детьми едут и родители, которые здесь могут обучиться. Те, кто проживает недалеко, могут находиться в центре с 9 утра до 6 вечера. Предусмотрено трехразовое питание, а также все лечебные процедуры для детей. Актилек Джанчиев, Эсен Усенов, СТВ.